и его замечательная команда стали ближе к КВН. Сегодня мы проводим это мероприятие вместе с ним. От имени администрации Приморского края я вас приветствую на гала-концерте краевого конкурса КВН «Среди наших лайков». Как мы танцуем? Ну-ка, дайте я! Все любят печенье, я волосы, я не маленькие. Все любят шарики, все мои шарики. Девочки, мальчики, а мы же шпатики. Как вообще подготовились? Упорно готовились? Ну, очень упорно, очень. Полгода готовились. Угу. Ну как редакторы вас сильно почикали? Нет, хорошо, да, все понимаю. В общем, все нормально. I love KVN. Скажите, как вы прославились? Меня заметили в клубе. У меня был богатый продюсер. А я не прославился. Кто звонил? А я вообще ничего. Хорошее настроение. Ты поешь, я понял. Это вы? Слушайте. Они сейчас все слышат, да? Ребят, честно говоря, за то, что здесь происходит, я лично не протест с ними несу. Да, готовы. Пожалуйста. Начинается с самого детства. Итак, представьте, случай в детском саду. А вот мы сейчас с мамой домой пойдем, а она купит мне баунти. Я спокойно. Мы приедем. Take another minute just to give everybody a movie never seen, a hit 'em with another. Let me get up, everybody, let me move 'em with Brooklyn Bomb. On your mark, get ready, let's go! Wow! Переходим к основной части нашего выступления. Шутка? Не знаю, но звучит круто. Тима,
ты меня уже достал. Я забираю у тебя капитанство. Сперва курилы. Теперь капитанство. Что дальше, душегуб? А дальше номер. Руслан, объявляй. Сейчас иммигрантам, чтобы устроиться на работу, нужно пройти экзамен по русскому языку. Представьте, случай таком экзамене. Сейчас экзамен сдам, и нормально все будет. Здравствуйте! 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 Ты откуда? С Украины. Понаехали! Ты сука номер один! Падиси зенайса! Да, знаю, именительный, родительный, дательный, подсказка есть. Иван родил девчонку, увидел. Нет, это была моя подказка. У меня инструкция. Иди, ресторан, Тёсима, Витя, Толя, подруга. Иди, ресторан, Тёсима, Витя, Толя, подруга. Сюда тут не больната нова. Это номер два. Алфавит и зенайса. Разумеется, знаю. О, скажи мне букву К. К. Неправильно. Попробуй еще раз. К. Как? К. Как? 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 Правильно. Тима и Андрей решили поехать в Америку. Мы пришли в посольство, чтобы получить визу. Сейчас получим документ, чтобы в Америку полететь. И махнем в Таиланд. Верно. Там что-то, по-моему, заблудились. То ли прачечная, то ли прокуратура. О, мужик, сейчас просим. Слышь, мужик, это прачечная? Нет. Это прокуратура? Нет. Это круглая? Чек! Молодец, он там результаты объявляет. Все сейчас тенниса, лицей на Хорфинского филиала ФС, команда КВН все свои. И победителем фестивальной программы стала команда средней школы номер 5 города Синьи. Огромнейший, приятный вечер, замечательный. Эмоций очень много. Спасибо тем, кто сохраняет русский язык. Команда 2. Добрый вечер, дорогие друзья, здравствуйте! Спасибо, во-первых, огромное всем командам, было замечательно, весело, очень живенько. Ну, а эти три звезды за музыкальность я вручаю команде... Добрый вечер, друзья! Я скажу, что 7Б и мне понравилось, и самая лучшая шутка – верни голод. Ну что, друзья, Андрей Васильевич, если у вас есть что-то сказать, вы просто подарите. Замечательно. Благодаря Андрею Васильевичу.
что прекрасный, очень веселый получился сегодня гала-концерт. Замечательный, я думаю, что заслуженные совершенно награды. И были откровенные открытия, я думаю, для членов жюри и для зрителей. Это радует. И сегодняшний фестиваль, обилие команд, которое было, я думаю, показывает то, что очень большое, хорошее и веселое, главное, будущее у Приморского КВН. Хорошие команды, замечательные. Юмор и, что самое главное, юмор достаточно взрослый, который не стыдно будет, особенно победителям, показывать в Анапе.